Мужчина живет с мамой. Недавно слышал такое заявление о девочке, что если я узнаю, что мужчина живет с мамой, он мне больше не интересен. Это не мужчина, это не мужик. Как можно жить там в 25-30 лет с мамой? Ужас. Мои хорошие, открою вам тайну, а все люди разные, у всех разное воспитание. Если ты судишь только потому, что он живет с мамой, и что все, он уже не мужик, ты глубоко заблуждаешься. Если думаешь, что мамикин сынок, ты опять же глубоко заблуждаешься. Мамикин сынок, он может жить вообще без мамы. Он может даже вырасти без мамы, он будет мамикиным сынком. Понимаешь? И ты не узнаешь это, пока ты не побудешь с ним. Возьмем сейчас знаменитого футболиста Рональдо. Кто знает его? Я думаю, большинство девочек, ну, знают, по крайней мере, даже кто слышит хотя бы понятие футбола, да? Он с мамой живет. Вы знаете об этом? Он живет с мамой. Он миллиардер долларовый. Подчеркну, долларовый миллионер. Долларовый миллионер, он живет с мамой. Очень многие итальянцы, очень многие армянские семьи, они живут с мамой, с родителями. Это традиция, это семейная традиция. Поэтому прежде чем судить человека, вы должны его узнать. Поверьте, это бред.